Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в программе «Тема дня» говорим о преобразованиях, которые на данный момент завершены в театре «Куклы». По этому случаю у нас сегодня в гостях его руководитель Александр Колтун. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. В каком же режиме сегодня работает кукольный театр? Ну, главное, что состоялось то, что театр «Кукол» работает. В ушедшем году, надеюсь, вместе со всеми проблемами ушло такое событие из жизни театра, как ремонт, который мы переживали 2 года подряд. За 2 года стараниями федерального центра, стараниями партии «Единая Россия», стараниями правительства Ульяновской области, лично Сергея Ивановича Морозова, театр преобразился. И не только внешне, не только, что называется, подкрасились, подмазались, но и инженерные коммуникации театра, системы отопления, системы теплоудержания, ну и так далее, и так далее. Все приведены в надлежащее состояние. У нас теперь тепло, у нас светло, у нас уютно, у нас интересно. Ну, давайте о представлениях, а потом более подробно о ремонте. Новогодний сезон уже завершены, я так понимаю. Ну да, именно вчера мы сыграли последний спектакль «Снеговик-почтовик». Мы специально ставили этот спектакль для этой новогодней кампании и не стали уходить от традиции именно в новогодней кампании показать ульяновским ребятишкам спектакль специально для них, специально под Новый год. С поправкой на ковид, как сегодня работает театр? С одной стороны, работает очень здорово, потому что все билеты проданы. Забегая вперед, могу сказать, уже на февраль билеты практически проданы. Заполняемый зал мы допускаем 30%, а это 50 зрителей в зале на каждом спектакле. Конечно, интереснее, приятнее работать, когда пустых мест в зале нет. Но что делать? Обстоятельства вынуждают, и мы готовы с открытой душой выйти на встречу с нашим любимым зрителем и показать им все, на что мы способны. Какие новые постановки ждут ульяновскую публику? Японская сказка «Журавлиные перья». Следующей премьерой будет «Домовенок Кузя». Это на сцене нашего театра. В смысле главного театра. Следующая постановка на сцене нашего театра – это «Жюль Верн». Для детей постарше уже. Для детей постарше, да. Далее мы планируем поставить спектакли на сцене Димитровградского филиала. И всего в этом году мы выпускаем 6 премьер для наших любимых зрителей. Угу. Но постановки, которые уже сегодня показываются зрителям, я знаю, недавно совсем стали лауреатами большого международного фестиваля. Какая? Ну, конкретно постановка называется «Мама и я». Это спектакль, который уже побывал на многих фестивалях, завоевал своего зрителя. Мы выезжали с ним на гастроли в Москву. Мы побывали с ним на гастролях в Ижевске, в других городах России, на Сахалине. Это интересная, очень трогательная сказка для самых-самых маленьких и для их мам. Я думаю, что этот спектакль точно совершенно адресован зрителю от 0 и старше, и зритель находит этот спектакль для себя. Ну и не только зрители, и профессиональные жюри, видите, высоко оценивает работу актеров и режиссеров. Да, совсем недавно, вот в ноябре, в октябре мы приняли участие в международном большом детском фестивале, который проходил под руководством Сергея Безрукова. Более 200 творческих коллективов приняли участие в этом фестивале. Мы завоевали звание лауреатов в номинации «Театр кукол». Аплодисменты. Ну, так-то да. Но, к сожалению, мы их не услышали, потому что фестиваль проходил в режиме онлайн. Точно так же нам не довелось принять участие, ну, по определенным причинам, в церемонии вручения награждения. Но награда нашла героев, то есть нас. Награда приехала к нам из Москвы. И мы сейчас выставляем ее в музее театра и гордимся тем, что мы на что-то еще способны. Угу. Вернемся к ремонтам. А каким теперь театр встречает свою публику? Ну, театр встречает свою публику, как и обычно, широко раскрыв руки, улыбаясь во все 32 зуба.
Мы действительно рады встрече с нашим зрителем, особенно после 2020 года, когда мы больше, чем полгода не имели возможности встречаться очно. Поэтому сейчас встречи с нашим даже маленьким количеством зрителей, которые разрешают войти в зал, мы чрезмерно рады, и, думаю, зритель это чувствует. Мы рады встрече с ним, мы рады отдать себя, весь свой профессионализм, всю свою душу этим маленьким и большим зрителям, которые приходят в наш зал. Но это стало делать гораздо легче и гораздо профессиональнее, поскольку появился новый звук, новый свет, сцена обновилась, а сам театр тоже. Ну, я могу сказать, что гораздо легче совершенно точно, потому что те возможности технические, которые мы получили благодаря вот этим ремонтам, работам, обновлениям материально-технической базы, зритель не даст мне соврать, стало значительно ярче, значительно интереснее, значительно красивее, ну, более театральный, более современный, я бы так сказал. Поэтому чрезмерно благодарны вниманию театрам для детей. Национальному проекту. Да, вот этому национальному проекту «Культура», «Культура Малой Родины», которые вот дали нам возможность вздохнуть полной грудью и целиком отдать себя служению нашему великому, я считаю, делу. Ну, с Ульяновским театром кукол, я так понимаю, мы завершили ремонт, и теперь все внимание будет уделено вашему Димитровградскому филиалу, который в этом 2021 году будет отмечать 5-летие уже. Ну, не совсем справедливое утверждение, потому что внимание этому филиалу мы уделяем чрезмерное даже, я бы сказал. То есть Димитровградский филиал и технически оснащен не хуже, а может быть даже лучше, чем вот мы. Так. Вот так. Димитровградский филиал вообще это детище нашего театра. Это изначально затевалось как такая вторая площадка для того, чтобы можно было туда выезжать, показывать свои постановки. Но было принято мудрое решение создать филиал театра со своей труппой. И нашлись энтузиасты, могу назвать их имя и фамилии, это Наталья Николаевна Крамер и Владимир Викторович Кононов, которые взяли на себя эту тяжелую, безумно тяжелую ношу с нуля фактически создать театр и завоевать любовь своего димитровградского зрителя. Хотя, надо отдать должное, они приезжают достаточно часто со своими спектаклями на нашу площадку, точно так же, как и мы выезжаем туда. И ульяновский зритель, и димитровградский зритель целиком и полностью общаются с творчеством Ульяновского театра кукол вместе с филиалом. В этом году, вы справедливо заметили, что 25 декабря состоится официальное празднование 5-летия Димитровградского филиала. Подумать только, 5 лет уже прошло, как мы первый шаг сделали в эту сторону. Театр со своим богатым репертуаром, театр со своими наградами серьезных взрослых фестивалей. Театр, как я уже говорил, со своим зрителем и в Ульяновске, и в Димитровграде. И со своими планами на будущее. Планы амбициозные. Планы такие, что мы хотим захватить и взрослую аудиторию Димитровграда. Мы хотим, если раньше планировалось, что левый берег Волги будет отдан, ну не то чтобы на откуп, но это будет сфера влияния Димитровградского филиала нашего театра, то теперь Димитровградский филиал захватил правый берег, выехал за пределы области, выезжает в соседние регионы. И я думаю, что у этого самостоятельного, буквально в творческом смысле самостоятельного коллектива, есть свое будущее. Ну, остается в заключении пожелать вам только творческих успехов. Конечно же, полного зала, когда-нибудь это случится. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что сегодня в программе «Тема дня» мы обсуждали развитие Ульяновского театра кукол. Спасибо за внимание и до свидания.